И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую игру, как Dishonored. В предыдущей серии мы практически добрались до ворот Радшора, и, в общем-то, сейчас мы попробуем это сделать. Так, печаль. Давайте вы это, я думаю, сами почитаете. Здесь чтиво, я уже вижу, не очень веселое. В общем-то, как... Так, подождите. Шаг первый, стран, бла-бла-бла-бла. Установить на заднем дворе гостиницы несколько разрядных столбов. Честно говоря, я уже не первый раз запускаю эту миссию. Первый раз там нюансы такие были смешные, я потом о них расскажу. В общем, да, там стоят разрядные столбы, аж два. И, в общем-то, они бьют. Бьют очень больно. Установить заграждение между Трэш-Сити, бла-бла. Так, установить больше прожекторов, особенно рядом с гостиницей. Ну... Бакс ворования у столбов. Так, бакс ворования находится у столбов. А, так там бакс ворования, оказывается, находится. Я как-то... Я так оттуда улепетывала спешно, потому что там просто рвут эти столбы. Что я как-то не обратила мимо. Слушай, я хочу попасть в твой вонючий бакс ворования. Я могу это сделать? Зачем? Боже мой. Ну, умри, что ли. Лови. Отлично. Он умер? Он еще не умер, что ли? Лови еще раз. Так. Так, они сейчас сюда прутся, да? Печаль. А вот столбы. Как они меня палят, непонятно. Давайте сохранимся тут. Ой, там это чу-чу-чу-чу-чу вырло идет, нет? Ой, не реагирует ты на меня. Я иду просто тихо, мирно, никого не трогаю. Так, заметил, да? Блин, да что ты будешь делать-то? Ой, он здесь сюда, что ли? А, кстати... Да что ж ты не делаешь-то? Ой, тут. Не бей меня током, пожалуйста. А убежать у нас не получится тут, насколько я знаю. Потому что там печалька, там столбы, они... Умер там? Нет? Нет. Надо валить отсюда, ребят. Дверь откроется? О, дверь открылась, ура. Можем. Ой, так, это как бы... Ой! Прости, я боюсь тебя. Ой-ой-ой-ой-ой! Мама, 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 уйди! Не пугай меня, чертов хоррор. Ой, надо. Ох, вас там сколько. Ладно, ты сюда не зайдешь. Фу, ужас какой, а. Кто из вас... Иди сюда. Так. Краски, отлично. И да. Ключ от доходного дома. Какие звуки интересные. А, крысы едят, все понятно. Так, ладно. Нам что-нибудь даст то, что мы сюда зашли? Или нам сюда как раз-таки и нужно было зайти, чтобы это обойти как... А, чтобы обойти как-то вот эти столбы? О, ладно, поздно. Неважно. Он бежит, бежит, бежит. Так, нет, извините, но... Вы чумные, вы еще перезаражаете все... Все население. О, фу. Все население. И так-то дышать нечем. Еще тут вы чумой свои плюетесь. Это плохо. Ладно. Так. Пришли нам еды. Смешно. Так, хорошо, что мы еще имеем. Угу. Все-таки, да, это, скорее всего, был обходной путь. Так, это где мы находимся? А, мы наверху находимся. А, ну да, вон столбы.
Господи, ужас какой. Подождите. Хорошо, а как... А, это, видимо, вот, чтобы вот так сделать, да? Ну, я очень надеюсь на это. Как-то их сломать надо или что с ними сделать? Что сделать-то надо? А, вот, да? Нет? Или все-таки да? Я не понимаю, если честно. Так, здесь где-то около столбов должен быть баг с ворованием. Его нету. Дверь эта точно не откроется. Может быть, надо время замедлить. Так. Бакс ворованию. Нафиг валим отсюда. Бо-бо-бо-бо-бошечка. Надо их подорвать, видимо, бомбами. У меня просто нету больше версий. Не, вообще не реагирует. А где бы... А, вон бакс ворованию там, да? Блин. Бегем! Быстро, 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 быстро. Помогите. Они не будут же без бака работать, да? Ну да. Все хорошо, отлично. У нас есть бак. Мы знаем его, куда встать. Главное его не сломать. Не кинуть случайно. Иначе это будет крайне печально. Так, аккуратненько, тихонько. Нас тут нет, нас тут никогда не было. Так, нам нужно его сюда вставить. Все. Так, хорошо, что нам это дало? Прожектор вижу. И чё? Кстати, да. Реагирует, нет? А, подождите, нам там в бумажке сказано было то, что как только... А, приказ столбом, вот. Ну вот, этот генератор питает прожектор. Сейчас подключен только один, но как только он включится, столбой прервут обычное патрулирование и начнут штурм. Ну? Я воткнула. Давай, включайся там, я не знаю, как-нибудь... Рычаг тут где-нибудь есть или что надо? А, вот, все, все понятно. Все, поняла, все, все. Уходим. Пока они там штурмуют, мы валим по-быренькому. А как, почему не пускают? А, пустите меня! Как сюда попасть-то? А простите, а как? А, вот рычаг. Ох, господи. Так, стена света, прекрасно. И это мне для счастья не хватало. Так, хорошо. Ить! Так, железный... Еще одна стена света, что ли? Или... Служебный вход. Как-нибудь спрыгнуть можно? А, ой, как хорошо, что я отошла в этот момент. Черт, я так и знала. Я думала, когда мы там сохранялись последний раз. Видимо, надо было все-таки вниз спрыгнуть, там что-то сделать. Потому что я смотрю, вот эти вот ток-то бегает. Просто не всегда как-то понятно, активно, неактивно, не знаю, может быть, у меня просто ассоциация с чем-то другим, поэтому я всегда как-то смотрю и так с сомнением. Вдруг это просто остаточная деформация, да? Ток там бегает у них. Вот надо вниз, я так подозреваю, хотя там тоже стена света, может быть... Вот почему, вот смотрите, почему не работает вот туда? Почему нельзя туда телепортироваться? Вот объясните мне, это по какой логике вообще? Вот туда я хочу. Вот тут вот не пускает и все, даже сверху не пускает, выше вот этих вот столбцов. Но это не поддается логике, это просто игровая механика, причем кривая. И вот я не понимаю, вот какой смысл требовать каких-то таких
четких, сложных действий, когда сама игра вот такие вот сюрпризы преподносит. Это как-то нечестно. Бакс в уровне нам нужно выдрать. Я знаю, что... Что-то подлагиваешь-то. Он где-то тут. Здесь, что ли? Здесь не вижу. А, вот. Хорошо. А. Садимся в поезд. Лаба. Ой, зачем я это сделала? А-а-а, что я делаю? Зачем я это сделала? Я почему-то думала, что там пол есть. Не заметила. Ладно, фейл. Хорошо, бывает. По ходу этой игры постоянно это бывает. Хм, крысы не кусают плакальщиков. Ну, логично. Хотя нет, не очень. На самом деле, крысы-то не знают то, что они болеют. Они же кусают не для того, чтобы заразить. Так, хорошо. Я так поняла, нужно в поезд запрыгнуть. Иначе нафига он тут нужен? Стой, вагонетка. А! Боже. Вниз меня выкинули. Кто меня заметил? Ой-ой-ой. Откройся дверь. Меня тут нет. Закройся дверь. Фу. А, вот, кстати, окно. Надо же. А вот мы, кстати. Ну и фиг с ними. С нами, точнее. Ой, господи. Ладно, сохраняемся и двигаем. Ой, двигаемся. Нет, уходим. Нафиг. Ой, фу. Ужас. Зомби. Вот действительно зомби. Вы посмотрите на это. Кошмар. Ладно, старые катакомбы Данола. Это случайно не те ли самые катакомбы, в которые мы спускались, когда нас попросил генерал? Очень уж напоминает. Ой, там кто-то. Нет, это никто. Фу, посмотрите. Кошмар. Что-нибудь тут есть? Может, наверх? Я вот не люблю в таких кварталах, откровенно говоря, шнырять по земле. Мне бы куда-нибудь наверх. Желательно. Прожектор так беспалевно горит. Офигеть, дома просто в жопе. И мы, везде мы. Кто, вот зачем здесь в таких вот районах расклеивать? Когда здесь вряд ли кто-то живет, только если вот чумные все. И по большей части здесь скорее трупы существуют, нежели еще кто-либо. Свистит ветер. Дружелюбная атмосфера. Спуск в катакомбы — это замечательно. Кстати, что насчет? О, как много всего. О, амулет как раз рядом. Хоть полезный. Или какая-нибудь хрень. Так, что за амулет? Здоровый аппетит. Еда восстанавливает. А, да ну нафиг. Мы еду-то не находим по ходу дела. Вот если бы было что-нибудь... Ты пролезь, ты, господи. Кровь из глаз. Классно. А, ладно, сейчас... О! Замечательно. Уже кто-то тут пытается, да? О, фак! Мама. Они не побегут сюда, я надеюсь. Как-то не хотелось бы. А, ой, мама. Нет, 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 нет. А, какого черта они бегут ко мне? А, не подходи. Какого ж хрена-то, а? Ужас, какая гадость, боже. Как они меня унюхали, что ли? Что это было вообще? Ой, господи, ты откуда взялась? Ой, ну нафиг вас.
Я реально боюсь таких моментов. Боже, помоги мне. А. Хотя в таких делах это глупо просить до помощи. Лови, нафиг. Бесполезно. Нелогично, на самом деле, гранаты на них тратить. Но я просто их очень боюсь. Да, они мне дико омерзительны. Я извиняюсь, ну что-то как-то организм требовал покашлять. У меня аж дыхание так сперло, что я кашлять начала от страха. Так, стоп, подождите. Какая-то дурная серия, хотя здесь большинство у меня серий в этом прохождении такие. Ну что поделать. Я, кстати, пошуровала по интернету. Ну как пошуровала, так походила. Посмотрела, у кого какое мнение. Может, думаю, это правда со мной что-то не то. Ой! Мама. Правда, что ли, со мной все не то, что я так прям не очень получается что-то делать, и как-то восторга от определенных моментов как-то я не испытываю. Нет, знаете, в русском секторе походила, посмотрела у нескольких таких людей, вроде как адекватных, абсолютно точно такое же мнение по поводу этой игры. Так, хорошо, раз они бежали... Ну, блин, какого чёрта? Ох, вы сволочи. Я надеюсь, кстати, ее не это самое. One will keep us from death. Никто не спасет нас от смерти, короче говоря. Я не совсем понимаю, где эти амулеты находятся. Если честно, в катакомбах вряд ли. Прям так хлопает. Не, ну там тоже некуда идти. Прелестно. Спасибо за комплимент, сердечко. А все-таки как туда попасть, я не понимаю. Спуск, но я хочу спуск. А, наверное. А, все, понятно. Все, все, я поняла. Я просто затупила, я думала, это будет переход именно на другую локацию. А это просто как бы. А, нет, подожди. А, то есть вот так вот это делается, да? О, старый катакомба донула. Слушайте, мы, по-моему, придем вот прям туда, к пабу, к этому. Что-то дико как-то. Ну, короче, да, вот эти уроды, Хевлок, Пендлтон, ух, урод, они ее опять, они теперь тоже похитили Эмили, и, в общем-то, они умрут. Я всех убью. Да-да, те самые катакомбы. Вот эти решетки. Так, я не совсем понимаю. А, все, понимаю. Это что за костяной амулет? Выносливость. Зелье немного немного лучше. Я прям даже не знаю, что у нас на нас есть в режиме скрытности. Да ну его нафиг. Давайте выносливость пока что поставим. Это нам более актуально на самом деле. Хотя я уже так привыкла, что мы быстрее двигаемся, если честно. Хотя, подождите, что у нас там еще стоит? Что, мы изумение что-нибудь можем себе оформить? Кстати, да, смотрите. Улучшается регенерация, смертельная тень. Ну ее нафиг. Расхода маны нету. Высота прыжка увеличивается. А, урон при падении снижается. У нас 3 руны. Я предлагаю вот это на самом деле. Или нельзя?
Мы уже все подобрали. Хорошо. Так, подождите, а еще что-нибудь пополезнее есть? А, ну, видимо, проворство остается только. Да? Пускай будет. Что еще-то делать? На втором. Все понятно. Подождите. Что у нас стоит? Вихрь. Вы чуть быстрее орудуете клинком. Ой, да ну нафиг. Быстрее восстанавливайте ману. Зелье немного лучше восстанавливает ману. А какие еще есть? Честно. Враги иногда промахиваются. Урон, нанесенный плакальщик. Так, нет. Нет. Полученный урон. Полученный урон увеличивает количество адреналина. А адреналин это что? Это магия или что это? Или это бег? Что это? Так, ладно, удушение происходит быстрее. Ой, да кому это надо? Вода из крана тоже и нам не надо. Вражеские гранаты взрываются с задержкой. Ну, хорошо бы, конечно, но ладно. Находите. Давайте это поставим. Нам не повредит понаходить что-нибудь пополезнее. Здоровый аппетит. Ну, все. Так вот сделаем, в общем. Это я уже больно действительно... Боже, не пугай меня так. Это я действительно привыкла, что мы движемся быстрее. Так. Ой, не говори. А, никак, да? Печаль. Так, хорошо. Господи, в клаку мира просто нас одни предали, теперь вторые. Просто вытирают об нас ноги все, кому не лень. Ой, ё-моё. Ней! Фу, мерзкая гадость. Я боюсь их. Ей-богу, я боюсь. Ну как, не то, что боюсь, но как-то мне нехорошо становится при взгляде на них. Ну-ка, умри. Спасибо. Ой, какая-то плюющаяся хрень. Значит так, хоро плеваться. Давайте вот так сделаем. Они умерли? Нет, вообще, даже не среагировали. Бомба рядом взорвалась. На, ну нахрен. Ой. Ушел. Мне надо их вынести всех. Ой, как вас там много. О-о-о. Не, знаете, ребят, извините, конечно. Хоть какой-нибудь эффект. Я хоть в кого-нибудь попала на... О, зажигательный болт. Это хорошо. Кстати, надо вот в этих. Все, отлетело. Да ёкарный. Насколько выше надо... Слушайте, смотрите, я попадаю, а... Никакой реакции. Зачем? Боже мой. Вот что вот это было? Вы видели, да? Вы свидетелями были. То, что я попасть-то попала, а как бы реакции... Никакой. Кому это надо? Так, где я вообще? Что-то... Монетки... Да нафига мне монеты? Лучше бы, я не знаю, зелье дали. Ей-богу. Какая. Они еще тут живут. Жесть. Так, я хочу туда. Все-таки мы начали жрать крыс. Хотя в нашем положении брезговать. Нелогично. Ой, иди сюда. Что мне еще остается? Здесь я не вижу смысла стелсить, честно говоря, особо. Потому что их лучше убить на самом-то деле. Прятаться от них нет смысла, а вот убить их это... Я слышу тебя. Слева. Здесь. Вот здесь где-то. Вот тут где-то.
Вот здесь даже. Или нет, внизу, вот тут вот. Вот она. Эть? Ну ты моя сладкая. Костяной амулет прям тут. Ой, там внизу что-то. Отлично. Так, хорошо, что тут что-нибудь еще есть. Все, мы будем злостно-злостно мстить. Когда доберемся до... Ой, как я хочу убить Пендлтона, кто бы знал. Ой. Да фу, иди ты нафиг от меня, гадина. Как я хочу убить Пендлтона. Я вот с самого начала игры, я знала. Я знала, что он гайдом окажется. Вот я чувствовала. Давно у меня таких мощных озарений не было. На самом-то деле. Но эта тварь просто превзошла всех. Так, я хочу вот это. Тут все, мы тут все точно подобрали. Подожди-ка. Так, ладно. Знаете, вот странное, и вызывает ощущение, скажем так, игра. То есть, какие-то две серии, они просто проходятся, ты кайф реальный получаешь. Ну, там есть, конечно, мелкие моменты, но ты как-то из-за этого кайфа прощаешь, скажем так, да? А есть серии, когда ты готов убивать просто все, включая монитор, который у тебя перед глазами находится. Оу! Что это за фигня такая? Лови. Все ушло. О, хорошо полетело так. Тут точно. Вон еще одна. Просто мы арбалетом подействовала или как бы не очень? Нет, зачем? А, она уже мертвая, простите, она просто дергается. Фу, ужас какой. Она просто дергается, поэтому я подумала, что она еще живая. Так, подождите, где-то тут тоже. А, она все-таки живая! Я что-то не понимаю в таком случае. Прикола местного. Ну как ее убить-то тогда? Если даже патронами никак. Может, ветром ее снести, я не знаю. Ну, ты умрешь? Ну, пускай будет так. Дебилизм какой-то, честно говоря. Так, я хочу костяной амулет. Господи. Я, подожди, где он? А, вон он. Подожди, это не он. А, нет, это он. Что за костяной амулет? Званый гость. Вы можете вселиться в крысу на более длительное время. Ой, да ну нафиг, кому это надо? Ой, рыба. Мама. Она меня съест. Корва, убирайся. Так. Удивительно, кстати, что выбрался. Я ожидала, что он опять сейчас в воду начнет падать. Так, подождите, я немножко заблудилась. Так, вот выход из катакомб. Сюда мы, видимо, ходили чисто вот за... ненужным нам совершенно костяным амулетом. Наверное, нет смысла сейчас их уже собирать. Может быть, действительно прекратить. Потому что нафига не нужны. Подождите. Я немножко блудюсь. Ну-ка. Подождите, куда идти-то? Куда идти, что делать? А вот тут вот я вижу выход, но... Ну у нас же корова туда не может телепортнуться. Просочиться. Так, нет, подождите, мы, оказывается, правильно шли. Только, видимо, я что-то где-то пропустила. А, вот, все, вижу. Трубы, да? Да. А тут как пройти, простите? Иди. А, по этой, что ли? Да нет, не пускают. А, вниз, наверное. Все понятно. А, все. Не обязательно поверху было идти. Ну ладно, не важно. Внизу там что-нибудь есть?
Вот они вечно любят сюда всякого понапихать. Отстой, на воде плаваем. Господи, меня без канализации. Выбирайте, Корова. Мне его так жалко, на самом деле, нашего главного героя. Ничего плохого не сделал. Служил верой и правдой. Не успел отдохнуть после приезда. Его просто поимели все, как могли. Мало того, что подставили, императрицу убили. Дочь ее похитили, потом заставили убивать, сделали из него просто убийцу. А он-то был вообще-то как бы телохранителем, выяснял там что-то, поручения какие-то частные выполнял, императорские. А его просто поимили, сделали из него убийцу, который подал, скажем так, не очень хороший пример юной Эмили. Грустняк, короче. Темная, страшная игра. А, ну я думаю, ладно, давайте тогда на этом закончим данную серию, тем более серия уже действительно пухлая, нормального такого размера. В следующий мы, в общем-то, пойдем вот туда, к пабу, да, пёсья яма, я правильно думала. В общем, пойдем туда и, видимо, там будем рвать и метать, потому что я хочу отомстить, я уже действительно хочу их всех поубивать, вот, подонков. Мало того, что ее использовали, вытерли об нас ноги, лицемерили, притворялись друзьями, всячески там хвалили. А мы же еще честь Пендлтона, помните, защищали на дуэли, которые вообще мы на нее не подписывались. Мы просто отдали письмо, а на нас напали, типа дуэль. Не знаю, может быть, я, конечно, что-то проглядела, но, по-моему, именно так и было. Ну, в общем, я хочу убить. И Хевлока заодно тоже, подонка этого квадратно-рожего. А, в общем, ладно. Как бы там ни было. Если эта серия вам понравилась, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Следующий мы пойдем убивать всех и все. Мы злые. Мы стремимся очистить их совесть только кровью. А, в общем, ладно. А, в общем, всем огромное спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующей серии. С вами была Севен. Всем удачи. Пока-пока.